Всевышнего, Царя Царей, Святого Творца, благословен Он. Удалитесь миром, ангелы мира, посланцы Всевышнего, Царя Царей, Святого Творца, благословен Он. Аминь. Шаббат шалом. Шаббат шалом. Теперь мы будем благословлять женщин. Шаббат шалом. Будем читать. Шаббат шалом. Шаббат шалом. Нельзя хрюкать, здесь не нужно петь. Кто найдет добродетельную жену, цена ее выше жемчуга. Уверена в ней сердце мужа ее, и он не останется без прибытка. Она воздаст ему добром, а не злом. Во все дни жизни своей добывает шерсть и лен и с охотой работает своими руками. Она, как купеческие корабли, издалека добывает хлеб свой. Она встает еще ночью и раздает пищу в доме своем и урочная служанкам своим. Задумает она о поле и приобретает его. От плодов рук своих насаждает виноградник, припоясывает силою чресла свои и украшает мышцы свои. Она чувствует, что занятие ее хорошо, и светильник ее не гаснет и ночью. Протягивает руки свои к прялке, и персты ее берутся за веретено. Длань свою она открывает бедному, и руку свою подает нуждающемуся. Не боится стужи для семьи своей, потому что вся семья ее одета в двойные одежды. Она делает себе ковры, весон и пурпур одежда ее. Муж ее известен у ворот, когда сидит со старейшинами земли. Она делает покрывало и продает, и поясы доставляет купцам финикийским. Крепость и красота одежда ее, и весело смотрит она на будущее. Уста свои открывает с мудростью, и кроткое наставление на языке ее. Она наблюдает за хозяйством в доме своем и не ест хлеба праздности. Встают дети и ублажают ее, муж и хвалит ее. Много было жен добродетельных, но ты превзошла всех их. Миловидность обманчива и красота суетна, но жена, боящаяся Господа, достойна хвалы. Дайте ей от плодов рук ее, и да прославят ее ворота, у ворот дела ее.
Аминь. Благословляю всех жен, всех женщин. Аминь. Вот. Теперь. Кто? Приехали уже? Ну, давай помолимся, благослови. А то будем играть. Давай помолимся. Можно мне два? Да благословит тебя Бог Ефрему и Манасии. Да благословит тебя Господь и охранит тебя. Да озарит тебя Господь светом лика своего и помилует тебя. Да обратит тебе Господь лик свой и осенит тебя миром. Аминь. Аминь. Еще? Еще одна молитва. Да? Вот эта молитва уже благословение, это уже... Папа, да. Еще один, а то мы тебе да, еще один. Наливаем сок. А то будем играться. Так, я шлифую. Папа. Да, потом будем играться. И еще и Magic. Сейчас тортик принесу. Надо же хлеб открыть, да? Что? Крапочку надо какую-то. Да. Так, я думаю, что мы весь не будем открывать. Да, тарелку взять? Так, давайте сейчас помолимся, а потом уже будем суетиться. Это мы купили. Ничего страшного, чуть-чуть. Не, это не трогайте. Не трогайте. Тут у нас, подожди, еще никто ничего не берет. День шестой. И завершены были небо и земля, и все воинство их. И завершил Бог в день седьмой работу свою, которую делал, и покоился в день седьмой от всей работы своей. И благословил Бог день седьмой и освятил его, ибо это был день покоя при сотворении мира. Господь, благодарим Тебя, Отец, во имя Иисуса Христа, за этот хлеб и за этот сок. И мы просим Тебя, Господь, чтобы эти благословения, они никогда не уходили от нас. Аминь. Аминь. Аллилуйя. Сейчас я принесу тарелки. Так, что? Ну что, тарелок? Знаешь, сколько тарелок у нас? Да, я пойду. Так давай я пойду возьму. Да вы не будете сейчас искать там. Не, вы еще найдете, но это вы будете искать. Дэ, это осторожно. Посмотри, что ты разлил. Ты разлил весь сок. Уже положи, уже все. Так, отойдем. Я вам уже эта шапка. Макс, сядь туда. Это моя. Это мой. Нет, это мой. Пододвинься. Так, это вам. Это мой. Макс, дальше, держи. Лейла. Держи. Я вас слухаю. 100%. У него уже поет мама и папа поет. 100%. Вообще его, ну, прочекивали. Сколько много. Ай-яй-яй-яй-яй. Ты тоже будешь это? Это. Не, хватит. А тебе? Держи. О. Так, кому ничего еще не дали? Я вас, а я помогу. Мама, мама. Папа. Да. Да. Можем играться? Да, будешь. Значит. Да, ну не, ну да. Зачем? Да. Мы будем играть сейчас. Вам булочку. Вам булочку, стой. А мне булочку. Каждому по булочке. А я сам. Чего это булочку слопать? А? Поблячи, да. Сейчас мы покушаем хлеб. А там будем играться? Да. Давай, ешьте хлеб. Есть хлеб и макай в соль. Учитель. Да. Сейчас тортик будем кушать. Можно уже, да?
срезать. Да, ну. Сейчас, надо сейчас. Ложку. Вилки тоже есть, ложки есть. Сейчас даем. А тут что это? Да. Ты соль макал? Да. Чуть-чуть. Угу. А вы хотите столько соли делать? Я не хочу столько соли. Это ты тебе, папа. Да чуть-чуть дай. Это много. Ну, потом... Ну, что ты делаешь, мам? Что такое? Где-то на полочках, смотрите. Ножи. Сейчас я найду. На. Возьмите себе и... Одишки. Я не могу. Я потом поем. Одишки. Камера. То, что вы сегодня покупали? Алло. Я хлеб покупал. Здрасте. Ну, в церкви шаббат шалом. Это конец этого пастора. А мы же продолжаем. Папа, я не хочу кушать. Хорошо. Подоспели на благословение. Как ты тут оказалась на нас? На машине. А как? Сама? Я понятия не имею. Я знаю, что между Ар и Квентин посередине. Значит, если нужно на работу ходить. Там возле ее дома такое как бы строительное ограждение. Знаете, как крыша такой козырек. Да, 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 это возле ее дома. Да, ну именно в ее доме. А я тоже не знаю. Какой? S? Попробуйте 3 или 4. Вы записываете, что мы кушаем, да? Да, чего нет?